Всем привет! Меня зовут Яна. Сегодня будут вензеля, градиент и вот этот тренд, который сейчас на начало лета 2018 покорил Инстаграм, если вдруг вы этого не знаете. И вот у меня уже сделана коррекция. Я наношу гель-лак Fiore. Цвет я сейчас не помню, в описании под видео я напишу. Но, как видите, это сиреневый. И ниже также гель-лак Fiore. Градиент я делаю кисточкой с AliExpress. У нее такой очень тоненький ворс. На нее я делала обзор. Это было где-то около года назад. Когда я только начинала вести канал, ссылку на то видео я оставлю. И на эту кисточку также оставлю. И вторым слоем я уже близко к кутикуле наношу гель-лак, так как первый слой не обязательно близко подводить. Все уже, наверное, знают эту технологию, что первый слой мы близко не подводим. И компенсируем это вторым слоем. Итак, на два пальчика я наношу гель-лаки, только на два, так как я боюсь, что у меня близкое нанесение кутикулы затечет. То есть я боялась, что гель-лак затечет под кутикулу, вот так скажем. На непросушенный материал я выкладываю вот такие фрагменты камифубуки или блестки, как правильно назвать. И здесь, кстати, я допустила ошибку, я выкладывала той кистью, которой подводила гель-лак, то есть на кусочках, сердечках и звездочках у меня остались точки от гель-лака. И после просушки я делаю градиент на двух других пальчиках. Также растушевываю кистью с AliExpress. Как видите, она неплохо справляется. И сразу же я наношу топ с липким слоем на пальчики, где у меня расположены звездочки и сердечки, для того чтобы выровнять их торчащие части, чтобы они не торчали и не цеплялись. И дальше я уже не стала снимать, я покрыла ногти с сердечками топом без липкого слоя от GD Coco, а вот эти два у меня покрыты топом без липкого слоя от Fiore. Дальше я рисую вензеля. Рисую гель краской Манаси, так как она не стирается. И кисть у меня с AliExpress из набора. Ее, конечно, пора уже менять. Она у меня немножко погнулась. Но я все-таки ей пока еще нормально работаю, привыкла. И вот такой дизайн получился, в принципе, несложный, но в то же время трендовый и красивый, на мой взгляд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а я с вами прощаюсь. До встречи!